Тема урока – праздничные украшения. Сегодня мы научимся трюкам с праздничными украшениями. Если вы научитесь их показывать, то сможете удивлять любую компанию на любом празднике, будь то Новый год или день рождения. Смотрите, во что можно превратить яйцо. Вам понадобится яйцо и конфетти. Для того, чтобы сделать эту иллюзию, нужно подготовить яйцо. Поэтому, смотрите, берем сырое яйцо и делаем с двух сторон отверстие. С одной стороны вытряхиваем яйцо, то есть нам нужна пустая скорлупа. Затем мы аккуратно засыпаем конфетти. Чем больше, тем лучше. Давайте пробуйте со мной, потому что я приготовил для вас скорлупки от яиц. Все, наполнили? Ну, давайте, так хватит. Значит, смотрите, показали яйцо, показали пустую руку. Сейчас все вместе на счет три будем растирать яйца. Готово? Раз, два, три. Руки повыше. Теперь вы узнали, как превратить яйцо в конфетти.